Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Да, точно, капитан! Итак, всем привет! Это канал «По клёвым походам». Сегодня с Саньком выбрались на наш любимый Донец. Вот. Сегодня у нас будет батл. Будем батлиться. Я буду ловить на фидер, а Санек будет ловить на, ну, не на крокодилы, но тоже на донки. Вот. Сегодня у Санька прощание с дубинингом. Потому что на следующую, получается, рыбалку он уже выходит с новым своим фидерком. Будем Все. Учиться. Итак, замешивать будем сегодня вот такой вот бигфишерский лещ. И добавлять буду фидер от компании Миненко. Ну вот, а Санек будет универсалом закармливаться. У Санька первая поклевка. Пока я еще только разбираюсь, Санек уже ловит. Да не, нормально, еще не ловит. Не ловит? Подсак не нужно? Подсак точно. Так она не нужна. Так как палка очень чувствительная, пока не пойму, что есть или нет. Блин, тут целый квест надо проходить. Не а что-то есть, нет. Рыба моей мечты. Густерка. Густерка. Первая открывшая сегодняшнюю рыбалку. Ну, опарыши. От белого обычно. Ну вот и я открылся с почином. Только заброс, сразу поклевка. Можно сказать, практически тут уверен. Четвертая красивая, хорошая опять часть. Что-то я раскрутил. Вот такое у нас место. Синком. Итак, у Санька поклевочка. Так, и что там у нас? О, что-то блестит. На солнце. Густерочка. Тихо. Оба. Это уже хорошенькая густера. Опарыш. На опарыше? А, опарыш был. Ну, был прижатый опарыш. Вот ты за бойлик как раз спрашивал. На бойлик? Первая рыбка на бойлик. Алексея поклевка. Кстати, на другой фидер. Кайда две рыбы поймал, а Земикс пока еще не одной. Пока бюджет выигрывает. Но пока. Вот это густера. Вот это густера. На опарыша, кстати. Ну-ка. Здесь длинный поводок. А то он покороче, здесь поводок, конечно, сантиметров 60. Ну, улов какой-никакой. Ну, уже по количеству я делаю эти? 3-2. Да, колокольчик сниму. Честно, не знаю, что это. Палку. А нет, нету?
донец, поймал вот такую вот шамаечку красивую. Вот. Шамайка идет не в зачет, поэтому мы ее отпускаем. Может быть. У нее и так уже губа до этого обгрызенная, смотри. Видишь? Порезанная губа. Уже кто-то наловил и отпускал. Немного у нас кулинарии готовки. Вот, сегодня будем жарить мы вот такого вот караська. Вкуснейшего караська. Пойманного сынком. Вот такая вот мука кукурузная, соль елецкая и масло домашнее подсолнечное. Караська мы, значит, надрежем. Так, косточек меньше получится. Возьмем пакетик. Насыпем сюда кукурузной вкуснейшей муки. Остатки аккуратненько закроем и оставим на следующий раз. Единственное, не взяли перца с собой. С перцем было, конечно, прикольно. Вот. И прям в пакет нашего карася. Я так дома тоже делаю, как пакет, мучит, да? Его так перемешиваю. И муки не остается, но где-то там пакет вытянулся. Удочки первый сорт, черви живые в банке, только не достает скатерти самобранки. И карасей, карасей, и карасей, карасей мы ловим с дядей Колей. И никаких тебе забот, и никаких гастролей. Глядится в зеркало пруда березка в платье белом. Какое счастье, господа, не заниматься делом. Солнышко за леском, рядом карась играет. Русская у меня, сердце от счастья тает. Господи, что за клёв, я подсекаю снова. Вот оно из чего сделано наше клёво. И карасей, и карасей, и карасей, и карасей мы ловим с дядей Колей. И никаких тебе забот, и никаких гастролей. Глядится в зеркало пруда березка в платье белом. Какое счастье, господа, да-да, не заниматься делом. Прихожу домой, кто-то по мне скучает, и деревенский пес по-корешовски лает. А телефон звонит, и до свидания, рыба, кончился рай земной. Целых полдня спасибо. И карасей, и карасей, и карасей, и карасей мы ловим с дядей Колей. И никаких тебе хитов, и никаких гастролей. Глядится в зеркало пруда березка в платье белом.
какое счастье, господа, не заниматься делом. Так, ну, в общем, улов закончились, шамаечка, бля, буду подкинули, выпускаем, вот, ну, как-то так, победила дружба и ничья, потому что саньковую мы гибридоськов съели, вот, отдам, именно, кстати, твоего гибридоська, одного, вот, поэтому до новых встреч, смотрите канал «По клёвым походам», подписывайтесь. И, пожалуйста, пишите какие-нибудь комментарии. Напишите, что, блядь, Лёха, давай больше видосиков. И все.